Сейчас я прочту вам историю для проекта «Подвиги обычных людей». Как мне кажется, этот проект очень важный, потому что мы даже не представляем, какое количество героев находится в обычной жизни рядом с нами. И не представляем, что многие из нас сами могли бы стать такими же героями. Это история Полины Кутузовой и Александра Селиванова. В Подмосковье тонул 8-летний мальчик. Это могла бы быть привычная новостная сводка, но ребенку повезло дважды. Сначала его заметил в воде профессиональный пловец, который пришел на карьер потренироваться в очках для плавания. Нырнув, он заметил мальчика в толще воды и сразу вынес его на берег. Ребенок уже не дышал, его кожа приобрела синюшный оттенок, пульс не прощупывался. А за полчаса до этого на пляж пришли отдохнуть Полина Кутузова и Александр Селиванов. Она – врач-педиатр, он – врач скорой помощи. Супруги немедленно начали реанимировать мальчика. Сначала положили ребенка на колено, спасшего его пловцу, лицом вниз, чтобы освободить легкие от воды. Затем Полина стала делать искусственную вентиляцию легких, а Александр – непрямой массаж сердца. Муж с женой периодически сменяли друг друга, так как физически массаж делать достаточно тяжело. На 7-8 минуте реанимационных мероприятий у ребенка забилось сердце, вспоминает Александр. А к 10-й минуте у него появились единичные вдохи, он раздышался, порозовел. Ребенок долгое время в реанимации, ситуация непростая, но главное, он остался жив. Мальчик был на пляже со старшим братом, который куда-то ушел и оставил младшего без присмотра.